Сеялки минимальной технологии посева Minitil серии CSM Nika. При применении ресурсосберегающих технологий сев большинства зерновых культур производится после минимальной обработки почвы дисковыми плугами. Для получения дружных и мощных всходов возникает необходимость выбора универсальной сеялки, которая при наименьших затратах труда на перенастройку норм и глубин высева смогла бы обеспечивать первоклассный посев широкого спектра сельскохозяйственных культур. Изучив современные направления развития зарубежной посевной техники, компания Велес Агро разработала новую серию зерновых сеялок CSM с рабочей шириной захвата 4,6 метров. Испытанная временем катушечная система дозирования высева семян в сеялках серии CSM усовершенствована с применением инновационных методов обработки поверхности деталей и использованием высокопрочных и износостойких компонентов в их изготовлении. Для формирования идеального семенного ложа применена конструкция смещенного размещения дисков сошника, также предохраняющая его от засорения камнями. При этом первый диск прорезает ровную линию сева, режет пожневные остатки, а второй разрыхляет почву и подготавливает семенное ложе. Заданная глубина посева семян достигается за счет механизма прижимных пружин, которые, кроме регулировки глубины, позволяют механизму сошника копировать поверхность засеваемой площади. Расположенное за сошником прикатывающее регулирующее колесо поддерживает четкое ведение глубины заделки семян, обеспечивает контакт посевного материала с почвой, необходимый для оптимального поступления влаги по капиллярам, равномерного формирования корневой системы и в схожести. Для агрегатирования сеялки с различными типами трактором предусмотрено навесное либо прицепное исполнение, а опция продольной транспортировки позволяет перевозить сеялки CSM по дорогам общего назначения. В 2010-2012 в Украинском научно-исследовательском институте прогнозирования и испытаний техники для сельскохозяйственного производства Погорелова производились полевые испытания сеялки CSM Nika. Специалистами института была определена экономическая эффективность на 100 гектаров посевов при использовании сеялок этой серии и технологии Minitil по сравнению с классической технологией обработки почвы. Экономия при проведении сева – 11 600 гривен. Экономия на посевном материале – 9 600 гривен. Дополнительная прибыль по урожайности – 144 000 гривен. Суммарный экономический эффект – 165 200 гривен.